Протесты в Японии по поводу визита Барака Обамы в Хиросиму. Демонстранты требовали официальных извинений за американские бомбардировки 1945 года. Поездка была заявлена как историческая. До Обамы ни один президент США не был в Хиросиме, где от атомного взрыва и его последствий погибли, по некоторым данным, почти 300 тысяч человек. Но история такова, что бомбы на Хиросиму и потом на Нагасаки американцы сбросили, когда Япония была уже на грани капитуляции во Второй мировой войне. Извинения от Обамы японцы не дождались, и где-то в это же время сегодня канал CBS обнародовал результаты свежего опроса американцев. 43% участников одобрили не имевшие смысла с военной точки зрения применение оружия массового поражения по японским городам. И это число сторонников еще сократилось с 2005 года. Тогда таких было 57%, согласно исследованию компании Gallup.